Здравствуйте! Телеканал «Видное ТВ» начинает свою работу в прямом эфире. Сегодня у нас в студии заместитель главы администрации Ленинского муниципального района, начальник управления архитектуры и строительства Сергей Анатольевич Гаврилов. Здравствуйте! Добрый день, Елена. Сергей Анатольевич, мы рады приветствовать вас в нашей студии. Вы у нас впервые, поэтому было бы резонно, если бы мы рассказали нашим телезрителям, какие вопросы вы курируете в качестве заместителя главы. Ну, на самом деле, в вашей студии я уже не в первый раз. Вот. Несмотря на то, что на должность замглавы администрации назначен с августа текущего года, в Ленинском районе работаю достаточно давно, с 2002 года. Вот. Поэтому доводилось уже бывать на прямых эфирах. В отношении курируемых направлений их несколько, но я бы выделил два основные. Блок градостроительства и блок дорожного хозяйства. В отношении блока градостроительства основных направлений там два – архитектура и строительство. Вот. Соответственно, в рамках направления архитектуры сотрудники нашего управления оказывают в первую очередь муниципальные услуги нашим жителям и организациям, которые работают на нашей территории. В части, ну, несколько услуг перечислю. Оказание, скажем так, услуг по выдаче разрешения на строительство, на ввод в объектов в эксплуатацию для индивидуальных жилых домов. А в отношении объектов других, как строительство, линейных объектов, где требуется разрешение соответствующее, такими услугами выдачи таких разрешений занимается правительство Московской области, лицей Министерства строительного комплекса. Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков, то же самое для индивидуальных жилых домов. Очень популярная услуга по присвоению адресов объектам адресации, объектам капстроительства, адреса местоположения земельных участков, разрешение на перепланировки помещений, перевод из нежилых помещений в жилые, наоборот, выдача ордеров на производство земляных работ, ну и ряд других услуг. Помимо этого, сотрудники нашего управления, конкретно по блоку архитектуры, занимаются, ну, в рамках прямого взаимодействия с органами исполнительной власти Московской области по разработке схем территориального планирования Ленинского муниципального района, генпланами городских и сельских поселений, правилами землепользования и застройки. Вот. Ну, вот основные направления вот в разделе архитектуры. По строительству непосредственно сотрудники ведут отдел по строительству все наши строительные объекты, начиная от момента получения выдачи разрешений на строительство и до момента объектов ввода в эксплуатацию. Осуществляет контроль за строительством объектов в рамках программы, которая была принята еще в 2012 году в части строительства бюджетных объектов на линии денежных средств, которые были предусмотрены в бюджете города Москвы, в связи с тем, что территория района перешла в столичный регион. Вот, курируют вопросы, в том числе незаконного строительства на территории, ветхое жилье. Ну, вот основные вопросы касательно, Первого скажем, блока. блока градостроительства. В отношении объектов дорожного хозяйства, ну, здесь необходимо отметить, что с 1 января 2016 года администрация района уже в полном объеме будет осуществлять полномочия по содержанию объектов дорожного хозяйства, проведению текущего капитального ремонта, обеспечению безопасности дорожного движения на этих объектах. Вот, соответственно, в структуре сейчас тоже есть объект дорожного хозяйства и транспорта, который этим направлением будет заниматься. Вот краткая характеристика основных курируемых направлений. Вот, уважаемые телезрители, именно по этим темам вы можете задавать вопросы нашему гостю, телефоны, по которым можно задавать вопросы перед вами. Ну, а начнем со строительства. Что сегодня представляет из себя строительный комплекс Ленинского района? Ну, наш район очень удачно расположен географически, в непосредственной близости от столичного региона. И такое вот удачное местоположение, оно не может не привлекать к себе внимание, скажем так, инвесторов, которые занимаются инвестированием денежных средств в строительство. Вот. На сегодняшний день, если перейти вот конкретно к цифрам, на нашей территории порядка 20 крупных строительных площадок, на территории всего района, я имею в виду, вот, с общим объемом вводимого жилья порядка миллионов квадратов ежегодно в ближайшие 5 лет. То есть это огромные это цифры. Очень большие цифры, поэтому показатели мы занимаем, наверное, одно из лидирующих положений в Московской области. Другое дело, что он гордится ими или нет, как бы это вопрос спорный. Так, ну давайте тогда. Идет колоссальное строительство, появляются новые микрорайоны, и наша съемочная группа отправилась вот в такие новые дома посмотреть, как там живут люди. Давайте вместе посмотрим. Давайте. Маленькие жители 6-го микрорайона вовсю осваивают город Видное, пока на обустроенной для них детской площадке застройщиками этого жилого комплекса. Каждый день мы сюда ходим, и в обед, и еще и вечером приходим. Здесь качели, да? Дочка, что тебе тут еще нравится? Вон там качели нам нравятся, горки, большие, маленькие. Песок, песка нет, но он пока и не нужен.
Качели, конечно, можно было бы побольше, но нравится. Каждый день тоже приходим. Мечтаем в детский сад попасть, а то с кем сидеть, на работу выходить. Так что вот, очень бы хотелось попасть в садик. Детский садик на 120 мест уже готовится к сдаче в эксплуатацию. Завершаются наружные и внутриотделочные работы. Территория огорожена забором, посажены деревца и декоративные кусты. Положен газонный настил. Весной ребятишки будут бегать по зеленой травке. Сдача объекта планируется на конец 2015 года. Садик будет с бассейном, соответственно, что, в общем-то, будет качественно влиять на здоровье детишек и так далее. Объект интересный, соответственно, все инженерные системы коммуникации будут позволять объекту обеспечивать и безопасность детей, и как общую безопасность, как и безопасность внутреннюю, то есть применены современные технологические материалы, технологические решения, строительные инженерные решения, которые позволяют сделать максимально комфортными пребывание детей вот в дневной период. Требования к застройщикам предусматривают строительство не только социальных учреждений, придомового благоустройства, но и других объектов инфраструктуры для комфортного проживания жителей. Это магазины шаговой доступности, иные объекты социально-культурно-бытового назначения, они обязательно выполняются, обязательно организовываются. Это предусматривается комплексными проектами благоустройства, комплексными проектами застройки территорий. Район растет и развивается. В других микрорайонах уже есть многие объекты социальной инфраструктуры. Людмила Медведева, Евгений Петров, Елена Кошлева, Видное ТВ. Ну вот после этого сюжета я бы такую небольшую подводку бы хотела сделать. Вот глава Ленинского района Олег Хромов не раз говорил, обращал внимание, что в Ленинском районе есть отставание от вот, строительства социальных объектов от возводимого метров жилья. Вот людям в этом сюжете повезло. Рядом строится садик, он скоро будет сдан в эксплуатацию, все хорошо, инфраструктура пополняется, и есть площадки, и люди довольны. А что в других местах? Что у нас с социальными объектами по району? И вот выравнивается ли этот перекос? Ну, в сюжете затронуто было строительство, тема строительства детского сада в микрорайоне, который строит у нас застройщик «Аматол». Вот, да, действительно, к концу этого года этот детский сад будет введен в эксплуатацию на 120 мест, как правильно было сказано, современный детский сад. Совсем рядом там расположен еще один микрорайон с застройщиком «Толстяком Групп». То же самое, до конца года будет введен детский сад на 220 мест, вот, непосредственной близости от этого детского сада. Вот. И еще ожидаем ввода до конца года детского сада в микрорайоне, который строит, вот, в микрорайоне Тарычево, который строит застройщик группы компании МИЦ. Вот эти три объекта гарантированно будут введены в этом году, и с января месяца наши детишки уже смогут получить туда путевки и пойти, так сказать, в новые уже современные детские сады. В отношении перекоса в целом по району он, безусловно, есть, потому что темпы строительства жилья, они, к сожалению, опережают, скажем так, темпы развития объектов социальной инфраструктуры, инженерной и транспортной. Вот. Выход из этой ситуации мобилизации, в любом случае мобилизации всех застройщиков, несмотря на кризисные явления и так далее. Да, то есть здесь приоритет, который мы ставим перед собой, это, скажем так, ускоренный темп ввода объектов социальной инфраструктуры в эксплуатацию. И такую задачу мы еженедельно ставим перед застройщиком в рамках проводимых штабов по строительству в администрации района. Другое дело, что параллельно с инвестиционными объектами у нас еще реализуется программа, о которой я вначале сказал, по строительству объектов бюджетной сферы в рамках денежных средств, которые предусмотрены в бюджете города Москвы. 3 миллиарда. 3 миллиарда, так называемые, да. Эта программа уже реализуется здесь с 2012 года на территории района, но ушел определенный период на проектирование этих объектов, то есть была непростая работа. На сегодняшний день ряд объектов, которые шли по титулу капремонт, уже были сданы, открыты вот в предыдущие года. Вот. Остаются объекты, которые идут уже по титулу реконструкции с модернизацией и новое строительство. Назовем их? Конечно. Таких объектов у нас 23 на территории всего района осталось. Значит, два объекта... Все они социального характера? Социального, и один из них инженерного. Ну, я сейчас подробно освещу тогда эту информацию. Значит, два объекта у нас здравоохранения. Это инфекционный корпус на территории Видновской районной больницы. И Молковскую участковую больницу, новое здание там строится.
Значит, есть спортивный объект, это реконструкция стадиона «Металлург» с строительством нового административно-бытового корпуса. И трибун. И трибун, совершенно верно, да, работы там тоже ведутся, проводятся. Значит, несколько объектов у нас идет по титулу культуры. Это детская школа искусств в поселке Развилка и районный центр культуры и досуга в городе Видное. Это тот объект, всем известный, я наверняка уверен в этом, жителям города Видное, который мы принимали в свое время от коксугазового завода в муниципальную собственность. Вот. Постараемся сделать ее достойным местом для провождения, времяпровождения наших жителей. Сохраним все те моменты, которые там есть в этом здании. Вот. В отношении остальных объектов, это один объект строительства, реконструкция очистных сооружений в поселке Володарского, масштабный объект, достаточно инженерная инфраструктура, которого тоже необходимо будет нам до конца следующего года этот проект реализовать. И остальные у нас объекты идут, это объект уже образования, детские сады и школы. В частности, по Видному, в основном сейчас по данному титулу остались школы 1, 2, 4, 6, 5, вот пока ремонт еще идет. Видновский художественно-технический лицей тоже идет по титулу реконструкция с модернизацией. Вот. Осуществляется строительство детского сада в поселке Горки-Ленинский на 80 мест. Существующий детский сад «Пчелка» в поселке Володарского, реконструкция там осуществляется с увеличением количества мест на 60. Будет там осуществляться строительство нового детского сада и новой школы в поселке Володарского. Плюс у нас два детских сада в поселке Развилка, по титулу реконструкции идут, это «Сказка» и «Кораблик». Ну вот такой вот комплекс мероприятий запланирован в рамках данной программы. Все, скажем так, процедурные моменты отработаны. В завершающей стадии там по ряду объектов остается заключение контрактов, и мы выходим уже на строительно-монтажную работу. К нам поступают вопросы. Вот один из них: когда завершатся работы по реконструкции детского сада «Кораблика»? Ну вот своевременный вопрос. На самом деле он очень, скажем так, остро стоит на территории поселения Развилковска. Там всего 3 детских сада. Вот. Скажем так, и 2 из них должны идти по реконструкции. Вот. Соответственно, первый садик «Кораблик» по, скажем так, по определенным причинам застройщик вышел из графиков, которые были объявлены, пришлось принимать необходимые меры по заводу на субподряд уже другой организации, которая, ну, в силу, скажем так, объективных причин сейчас выполняет эти работы. Вот. Причина, на самом деле, простая. У застройщика, который, у подрядной организации, которая выиграла торги, закончились оборотные средства. Поэтому в свое время детский сад сдан не был. Вот. Но сейчас у подрядной организации заключен договор. И я думаю, жители поселка Развилки здесь уже видят темп работы. Меньше месяца прошло, но практически фасадная часть уже закончена. Я имею в виду СМР, кладка и так далее. То есть в любом случае сейчас по завершении этих работ будем выходить уже на отделку внутреннюю. Параллельно ведутся работы там по электрической части, по сантехнике. Но в любом случае, скажем так, в силу определенных технологических процессов, там, скажем так, благоустроительные работы и работы по отделке фасадной части, фасадная часть, там мокрый фасад, они возможны к выполнению только в сухое время года, поэтому эти работы будут перенесены на следующий год, где-то к маю месяцу в полном объеме уже завершены. Угу. Мы сегодня с вами говорим о объектах, о тех, которые будут сдаваться. Это значит, те инвесторы, которые выполняют свои обязательства. Есть ли в районе те инвесторы, которые избегают обязательств, которые на них наложены? Вы знаете, как в прямом, скажем так, вот смысле таких инвесторов нет. Другое дело, что не все выполняют обязательства в срок. Есть ряд объектов, скажем так, строительных площадок, по которым строительство социальных объектов осуществляется очень медленными темпами. Ну, к этим вопросам, к таким застройщикам, скажем так, уже принимаются как с нашей стороны, так и вот со стороны правительства Московской области определенные меры. Вот, будем доводить в любом случае все вопросы до конца. Угу. Следующий вопрос. Какие сроки будут завершены работы по перекладке сетей у гимназии, которые проводит застройщик сети 21 век? Да, место очень неудобное. Проблемный вопрос. С одной стороны, застройщик делает хорошее дело в рамках выданных тех условий на строительство жилых домов, которые он получил от нашего МУП Видновского ПТУГХ, осуществляется плановая перекладка с переврезкой существующих магистральных сетей инженерных. Вот. Другое дело, что то же самое, сроки выполнения работ очень сильно затянуты, что доставляет массу неудобств нашим жителям. Почему? Потому что и детский сад в 5-м микрорайоне полностью сейчас перекрыт, туда транспортная доступность, да, и гимназии практически там с трех сторон ведется перекладка. Вот.
По имеющейся информации, в среду буквально последний раз мы общались с застройщиком на штабе по строительству, как бы срок определяется 15 ноября, когда закончится именно работа по перекладке. И пойдет уже работа по засыпке, по трамбовке, в дальнейшем благоустройством территории. Но от проезда откроют? Вы знаете, как учитывая вот как бы текущее положение дел, вот не совсем верится в эти сроки, так что я бы еще взял там дней 10 на вот завершение этих работ в плане именно инженерных коммуникаций с последующим вот как раз вот благоустройством. Ну, поступает вопрос, я чуть позже к ним вернусь, а сейчас хочу предложить перейти на тему дорожной инфраструктуры. Вот несколько объектов мы съездили с представителями вашего управления. Объекты эти уже завершены, поэтому мы сможем посмотреть, что получилось. Давайте, внимание на экран, смотрим сюжет. Привокзальную площадь станции Расторгуева теперь просто не узнать. Асфальтовое покрытие, современные лавочки, красивые фонари, тротуары. И как будто так было всегда. В чем здесь было уже? Как что? Во-первых, не дороги, палатка на палатке. Вообще, ну, как бомжатник. Прекрасно, что убрали, во-первых, многие киоски. Они совершенно здесь и портили вид, и иногда не проверялись, что тут продается, как продается. Это все может быть даже и опасным. Я коренной житель города Видное, в общем-то, с рождения здесь. Хочу сказать, на самом деле, огромное спасибо администрации нашей, потому что тот ужас, который здесь был, пьянь постоянно, постоянно какие-то драки, здесь опасно было ходить, не было света. Я сам регулярно спотыкался, вот, пожалуйста, ходил много раз в магазин, еще маленький. Сейчас фонари красиво сделали. В апреле текущего года началась реализация масштабного проекта по благоустройству Расторгуевской площади, в ходе которого были заменены уже существующие тротуары, устроены новые пешеходные дорожки, установлены элементы освещения, как мы можем видеть, торшерного типа на территориях сквера. Помимо этого, также было полностью заменено асфальтовое покрытие от улицы Булатниковской до выезда с автобусной станции. Работы были произведены за счет средств городского поселения, также при материальном участии предпринимателей города, за что им огромное спасибо. Завершились работы и по реконструкции Белокаменного шоссе. Они были приурочены к 50-летию Видного, и, думается, это был хороший подарок жителям. Теперь дорога, ведущая в город, широкая, 4 полноценных полосы движения, новое асфальтовое покрытие, освещены и оборудованы пешеходные тротуары. В целях обеспечения безопасности дорожного движения была нанесена новая дорожная разметка, установлены дорожные знаки, а также были устроены мигающие пешеходные светофоры. Реконструкция Белокаменного шоссе была выполнена за счет средств городского бюджета при материальном участии предприятия «Гипсобетон» и «Мосмег». Дорожное хозяйство и города, и района очень большое. Еще многие дороги требуют или ремонтов, или полной замены покрытий. Хотелось бы проинформировать жителей Ленинского муниципального района о том, что в ближайшее время на официальном сайте районной администрации будет создан раздел дорожного хозяйства и транспорта, где каждый желающий сможет ознакомиться с ходом выполнения текущих ремонтных работ, а также с планом развития дорожно-транспортной системы на последующие годы. Людмила Медведева, Евгений Петров, Екатерина Чернышова, Видное ТВ. Колоссальная работа проделана на Белокаменном шоссе. Она, конечно, очень многим помогает городу Видное, но это лишь капля в море тех работ, которые может решить дорожную проблематику. Вот давайте поговорим о том, где у нас проблемные места и каким образом их вылечить. Проблемные места есть на территории всего района, к сожалению. Это опять-таки связано с перекосом в строительстве жилищного, скажем так, вот блока. Да, жилые дома строятся, объекты транспортной инфраструктуры не успевают за притоком населения и, соответственно, парком автомобилей. Если брать конкретно город Видное, то основная наша задача сейчас, мы до конца года, скорее всего, уже получим, скажем так, прошедшую экспертизу проект реконструкции улицы Радужная, вот, от ПЛК до, скажем так, продления к части домов 6-го микрорайона. Да? То есть, по сути, это будет некий вот дублер нашей улицы Березовой.
Вот, соответственно, реализация данного проекта позволит, конечно, в большей степени снять нагрузку центральной части нашего города, вот с этого кольца Советской Березы, проспект Ленинского, Комсомола. Вот, другое дело, что проект, вот, даже по самым предварительным данным, очень серьезный, требует, скажем так, расширения самой полосности этой улицы, строительства мостового соединения, перекладки большого количества сетей. Вот, соответственно, за счет только средств бюджета Ленинского района сделать такую работу будет, ну, на самом деле, не под сильной ношей, поэтому будем привлекать здесь активно тех застройщиков, которые в Видном, скажем так, осуществляют свою застройку. Это вот как бы первый основной момент, на который вот хочу обратить внимание. В дальнейших планах, скажем так, строительство, выпускное обязательно строительство от шестой части дороги, от шестого микрорайона за деревней Ермольно через путепровод на улицу Донбасская, вот, и с выездом на трассу М4 Дон. Будет такой выезд? Вы знаете, как мы сейчас проводим предварительно предпроектную такую, скажем так, работу, концептуально определяем со схемой прохождения трассы. Там не так все просто, как бы нам вот виделось. Почему? Потому что она идет в створе проектируемой дороги областной, солнце будет видно, соответственно, вот требует определенных принятия правильных проектных решений. Вот. Но такая работа, вот мы ее начали, скажем так, будем тоже доводить до конца. Другого выхода просто нет. Город видно, если, скажем так, эту работу не проводить полномерно. Понятно, что завтра этого не будет. Но, тем не менее, если эту работу сейчас не начинать, в скором времени превратится в одну большую пробку. Мы все будем в ней стоять. Вот. Есть план по соединению улицы Советской через, скажем так, Сбербанк, вот, где школа искусств у нас находится по этой дороге, с ПЛК? Нижней частью ПЛК. Да, здесь тоже потребуется сооружение мостового соединения. Вот, эстакадного. Вот. Соответственно, работа по предпроектной проработке, вопрос сейчас тоже ведется, уже есть некое понимание по схеме прохождения этой трассы. Вот. Еще застройщик МИЦ, группа компании МИЦ, в рамках реализации второй очереди своих домов жилых в Тарычево, в обязательство ему вменено строительство выездной дороги в сторону МКАДа. Соответственно, чтобы разводить потоки от вновь строящихся районов не через город, а сразу вот на вылетные наши магистрали. Вот, как бы по видно, вот это основные моменты. Я сейчас не буду подробно останавливаться на планах по капремонту объектов дорожного хозяйства. Они, в принципе, все есть, как сейчас в сюжете было сказано, с ней можно будет в ближайшее время. Я надеюсь, что мы в течение там, вот, месяца доведем работу по сайту, может быть, чуть больше времени на это идет, и сделаем нормальные, скажем так, разделы по строительству, по объектам дорожного хозяйства, где со всей информацией можно будет ознакомиться. Вот. Соответственно, содержание, ремонт, скажем так, обеспечение безопасности дорожного движения в планах и в бюджете Ленинского района на следующий год будет предусмотрено в любом случае обязательно. Сергей Анатольевич, а сайт это только для ознакомления? Какая-то обратная связь предусмотрена, чтобы жители с предложениями выходили? Безусловно. На сайте уже сейчас работает ссылка по задаванию вопроса, скажем так, да, вот на уровень сразу администрации района. То есть этим можно пользоваться. Ну вот в отношении города Видно, как бы я о планах на ближайшее перспективу сказал. Есть проблемные места по поселку Развилка, там вот в рамках реконструкции транспортной развязки МКАД Каширское шоссе, да, которое сейчас в принципе уже в завершающей стадии находится, там ряд полос уже открыт для движения. Вот. И одновременным расширением федеральной трассы А-105 Москва-аэропорт Домодедово, в одном створе два этих проекта идут, предполагалось вообще к закрытию существующего выезда из поселка Развилка. Вот, соответственно, да, извините, в течение 2 лет решался этот вопрос, пробивался, по-другому, наверное, не назову, на различных уровнях, на федеральном, на уровне правительства Москвы, Московской области. Нашлись компромиссные решения, нашлось проектное решение по организации выезда в районе промышленной зоны из поселка. Но местные жители там знают примерно трассировку этой дороги. На сегодняшний день правительством Московской области организована работа по разработке проекта планировки. Ведется работа по уже проектированию этой дороги. И вот по имеющейся информации, в предварительном бюджете на областном на следующий год денежные средства на реализацию этого проекта заложены. Это будет, ну, на самом деле, очень хорошее подспорье, как бы здесь гарантия того, что не будет заблокирован целое, скажем так, вот поселение, да, с выезда в сторону Москвы, у нас уже есть. Сергей Анатольевич, а вот федеральная трасса Каширское шоссе, правый поворот, у нас сейчас он разрешен, но мы не можем на него повернуть, и опять же тоже затор при въезде в город.
Есть понимание с федералами, что сделать нам отдельный карман заезд? Ну, такой работу мы тоже будем проводить. По Каширскому шоссе, на самом деле, очень много вопросов, в том числе и по повороту на Володарское шоссе. Мы с вами знаем, что там у нас два поселения являются заложниками этой ситуации. Двухполоска в обоих направлениях, можно сказать, уже от поселка Володарского начинается часы пик приторможения, то есть определенные пробки, проблемные места есть, учитывая рельеф этой дороги. Соответственно, есть необходимость в том числе и, скажем так, совмещение сроков реализации областных проектов, которые, скажем так, тоже прорабатываются в этой части, конкретно уже по временным привязкам определяться по источникам финансирования и их реализации. В том числе вот есть информация о планируемом реконструкции, даже строительстве, наверное, вот это в виде развязки поворота с Каширского шоссе на Володарское шоссе. Я знаю, что с января 2016 года в вашем ведении будет находиться вопрос о благоустройстве. На районный уровень уже переданы полномочия трех поселений. Это Видное, Развилка и Булатниково. Вот каким будет комплексное благоустройство для жителей этих поселений? В отношении Видного на сегодняшний день администрация городского поселения разработана, и мы их вот совсем недавно обсуждали очень подробно, проекты комплексного благоустройства 39 домов. Вот, это порядка 15 дворовых территорий. Скажем так, все они размещены на сайте и администрации городского поселения, и на сайте администрации района. Предусматривать они будут расширение парковочных пространств, детские спортивные площадки, озеленение. Мало того, в субботу в 12 часов приглашают участвовать совершенно в обсуждении проектов. Мы проведем встречу с жителями, где, как бы, во-первых, презентуем все эти предлагаемые, скажем так, материалы. С ними можно будет ознакомиться уже вживую и проведем, скажем так, услышим мнение жителей по, скажем так, их реализации. Хотелось бы единственное вот настроить их на конструктивное решение проблем. Бассейн мы в каждом дворе, конечно, не построим, вот, но тем не менее будем принимать все меры к тому, чтобы в каждом дворе у нас постепенно наводился порядок. Ну, наверное, да, о комплексном благоустройстве мы будем говорить с вами в сентябре 2016 года, когда будут видны первые результаты. О планах, какие вы предлагаете, люди могут узнать в субботу. И также на сайте администрации познакомиться, да, момент, с проектом. Да, еще вот по двум поселениям, которых вы упомянули, хотелось бы тоже сказать. В отношении Развилковского поселения предусмотрена тоже работа по благоустройству в части, учитывая наказы избирателей, которые поступали за последние время в части обустройства набережной в районе Ощеринского пруда с, скажем так, зоной для отдыха, с освещением, с смотровыми площадками. Проект интересный. Единственное, в полном объеме, то есть у нас школа будет резус до 48-го дома, там местные жители эту территорию хорошо знают. Вот. Плюс будет предусмотрена замена детской площадки на центральной площади. В этом году открыли очень хороший памятник защитникам Отечества в поселке Развилка, очень достойное как бы сейчас место. И вот существующая детская площадка, ну, это действительно, скажем так, по просьбам жителей будет принято мера на следующий год по ее замене с обустройством современных игровых форм, с обустройством детской велосипедной дорожки. Так что мы будем надеяться, что нашим маленьким жителям будет на ней комфортно. В отношении Булатникского поселения необходимо отметить, что упор основной на следующий год будет сделан на поселок Новодрожжино. Мы с вами знаем, что очень долго в муниципальную собственность мы не могли принять эти объекты. Наконец-то это свершилось. В этом году эти все объекты стали муниципальными. Поэтому на следующий год будем планировать тоже уже заходить на эту территорию, чтобы ее комплексно осваивать. Понятно, что за год, скорее всего, навести порядок во всем там, вот, поселке не будет возможности такой, хотя будем ее изыскивать. Но, по крайней мере, мы начнем эту работу, выявим самые проблемные места и будем уже реализовывать. Ну, я еще хочу рассказать о реализации одной из программ на территории Ленинского района. Это муниципальная программа развития застроенных территорий. Она уже работает, и на одном из объектов бывала наша съемочная группа. Внимание на экран. Бараки подсобного хозяйства Суханова, построенные в 20-м столетии для рабочих, ветхие. И именно из этих домов по муниципальной программе произойдет расселение жителей в новый жилой комплекс, который возводится здесь же рядом. Надежда Рассыпнова, как, впрочем, и другие, уже отчаялись ждать, когда же им посчастливится жить в нормальных условиях. Очень верим. Ну, как говорят, надежда умирает последней. Ну, надеемся, может, кто-то нас услышит, и счастье нам придет.
В Ленинском районе успешно реализуется муниципальная программа развития застроенных территорий, в которой предусмотрено снос ветхого и аварийного жилья. Семьям же предоставляется возможность переехать в новостройки. Есть программа, которую реализует застройщик ООО «Солнечный парк». Это в сельском поселении Володарское. Там переселяется всего 105 семей в первой очереди, а всего переселению подлежит 200 семей. Это ориентировочно 300 человек. Значит, сейчас уже переселено в Володарском 56 семей, то есть 49 ожидают переселения. В сельском поселении Булатниковская строительная компания «Декор» возводит жилой комплекс «Усадьба Суханова», куда и будут переселены жители из бараков бывшего подсобного хозяйства. Застройщик берет на себя обязательство вместе с благоустроительством территории комплекса создать и комфортные условия социальной направленности. Уже подписан ряд договоров с теми арендаторами, которые называют, будет продуктовый магазин, непосредственно всяческие услуги, парикмахерские, салоны красоты, детские клубы. В общем, достаточно много арендаторов, которые готовы въехать вот в такой красивый павильон. Сроки сдачи жилого комплекса – первый квартал 2016 года. Людмила Медведева, Алексей Ильин, Екатерина Чернышова, Видное ТВ. Сергей Анатольевич, ну, как мы слышали, надежда умирает последней. Очень многие люди надеются о своем переселении в нормальные условия. Скажите, как работает эта программа на территории района в других поселениях? Ну, я бы так сказал, эта программа не одна. Здесь конкретно был рассмотрен, скажем так, вариант ее реализации на территории сельского поселения Булатниковское. Аналогичные программы реализуются в сельском поселении Володарское, в сельском поселении Развилковское, но в разной стадии реализации находятся они. Вот. По Развилковскому поселению, в частности, в рамках заключенного договора развития застроенной территории предполагается к переселению 8 жилых домов многоквартирных, там порядка 156 семей. Сроки реализации программы 31 декабря 2017 года. На сегодняшний день застройщик находится в стадии получения разрешительной документации. Вот. В поселении Володарское, как вот было тоже сказано, уже эта программа реализуется. То есть первая часть семей уже квартиру получили. То есть на очереди получение оставшихся части людей по улучшению жилищных условий. В отношении сельского поселения Булатниковское здесь необходимо отметить, что свои коррективы, скажем так, в сроки реализации данной программы внесло как раз вот прохождение трассы Солнцу-Бута-Видное, которая, скажем так, да, своим коридором частично затронула утвержденный проект планировки. Поэтому сейчас на уровне области будем с застройщиком совместно решать этот вопрос по, скажем так, нахождению компромиссного решения и дальнейшей реализации данной программы. Жилой фонд, скажем так, имеющий достаточно высокий износ, есть и в Видном. Все эти объекты как бы давно известны. Вот. Здесь тоже сейчас будет прорабатываться, возможно, короткие сроки, какие-то альтернативные варианты переселения жилых, жителей из жилых домов по улице Строительной. Мы знаем, там есть у нас такие дома еще оставшиеся. Строительная 4. 4, 6, да. Вот. По улице Вокзальная, ну и так далее. То есть полный перечень есть, понимание, как решать, и эти вопросы тоже есть. Другое дело, что мы в любом случае упираемся, скажем так, да, в инвестиционное некое сотрудничество с инвесторами в рамках реализации данных мероприятий. Хорошо, понятно мне, как проходит реализация этой программы. Но вот еще хотелось бы что обсудить. Никогда в Ленинском районе словосочетание «обманутый дольщик» не было актуальным. Но у нас была другая беда. Это строительство высотки на сотках, так называемые. Вот не может ли вот это незаконное строительство послужить тем, что у нас появятся эти самые незаконные как-то обманутые дольщики? Вы знаете, может. Может. И хочу обратить внимание всех наших жителей на необходимость более взвешенно принимать решения при приобретении жилых помещений в собственность. Почему? Потому что вопрос приобретения квартир, он актуален для любой семьи, для любого человека. Рано или поздно мы все начинаем его решать. Поэтому вот к этому вопросу надо подходить очень осознанно. Не, знаете, как надо... Красивая картинка и низкая цена, они, как вот, скажем так, оказывают очень большое психологическое действие. И человек вот заключает, ну, скажем так, делает поступки, за которые потом может понести, ну, определенные потери из-за этого. Соответственно, теоретически все это может возникнуть, но тут все зависит уже непосредственно от самих граждан. Необходимо более внимательно проверять застройщика, проверять, скажем так, его репутацию, какие объекты он еще сдавал, смотреть, ну, более, скажем так, подробно собирать информацию. Ну, Сергей Анатольевич, есть ведь у нас такие, да, незаконные строительства, которые
возникают вы знаете, вопросы по их строительству, вопрос, скажем я так. Бы вопрос незаконного строительства больше адресовал не в сфере жилья даже, наверное, а в сфере строительства объектов, ну, несколько там другого назначения. У нас как грибы сейчас в последнее время растут незаконные стройки без разрешительной, я имею в виду, документации на, скажем так, да, на застройщика, магазины, всевозможные кафе и так далее. То есть, скажем так, ряд застройщиков, получив, скажем так, права, став правообладателем земельного участка, без получения разрешительной документации на возводимый объект, начинает непосредственно строительство, потом пытается как-то это узаконить. Поэтому обращаюсь ко всем таким нерадивым застройщикам, что будем в любом случае проводить работы совместно с прокуратурой, совместно с госстройнадзором на предмет выявления таких объектов, вот, и добиваться, скажем так, законных, принятия законных решений о их сносе. Ага, вот вопрос как раз о незаконном строительстве. Что строится около газ-девайса? Почему строительство происходит без разрешительной документации о проектировке этой территории и без публичных слушаний на эту тему? Насколько я знаю, у газ-девайса, если речь идет о поле, скажем так, перед газ-девайсом, то там пока еще ничего. Да, здесь написано у пустыря, да, около газ-девайса. Там пока еще ничего не строится, скажем так, да. Вот, кстати, в последнее время этот вопрос приобрел достаточно резонансный характер. Речь идет, если я правильно понял этот вопрос, о территории, которая граничит по своей восточной границе земельного участка с сельским поселением Развилковское, но территориально находится на территории сельского поселения совхоз имени Ленина. Строительство там пока не ведется, застройщик находится на этапе получения разрешения на строительство. Такой документ, как я уже раньше говорил, выдается правительством Московской области по результатам рассмотрения данного вопроса на Градсовете. Скажем так, при принятии решения учитывается позиция, в том числе администрации района. Проект планировки данной территории он утверждался сельским поселением совхоз имени Ленина. На сегодняшний день с застройщиком у нас была проведена встреча на предмет, скажем так, приведения тех расчетных показателей обеспечения данной застройки объектом социальной инфраструктуры в соответствии с действующими региональными нормативами градостроительной обеспеченности. Вот. Обратной связи, к сожалению, на сегодняшний момент пока нет. Вот. Но позиция администрации района по этому вопросу однозначна. Необходимо с любым застройщиком, даже не беря вот во внимание данную застройку предполагаемую, да, заключение социального соглашения с администрацией района на предмет передачи объектов, скажем так, социального назначения школы, детские сады в муниципальную собственность. Почему? Потому что именно нахождение их в муниципальной собственности гарантирует использование этих объектов для нужд нашего населения. Вот. И, соответственно, мы готовы к диалогу, в том числе и по этой застройке. Так что решение данного вопроса в любом случае остается за правительством Московской области. Позицию от администрации я по этому вопросу озвучил. Следующий вопрос. Застройщик ЗАО МФК «Видное» не выполняет свои обязательства по строительству жилых домов на Белокаменном шоссе. Почему администрация не принимает меры? Неужели для решения этой проблемы необходимо перекрывать дороги и проводить пикеты? Ну, я здесь не соглашусь с лицом, который сейчас, с жителем, который написал это обращение. Во-первых, администрация принимает конкретно по этим объектам самые действенные меры по, скажем так, да, принятию комплекс мер по их дострою. Вообще хочу обратить внимание наших телезрителей на то, что администрация района не является стороной долевого участия, да, в договоре при приобретении жилых помещений. Этот договор заключается непосредственно между жителями и застройщиком. Вот. Тем не менее, по данному объекту, да, были определенные проблемы. Есть они сейчас. Там, скажем так, остались недостроенными три дома. Третий, шестой и тринадцатый. Причем тринадцатый достаточно низкой степени готовности. Он строится там с детским садом. Была у нас проведена, две встречи было проведено с инициативной группой жителей. При этом первой мы определили, что, скажем так, все настроены на завершение достройки этих домов и начали проводить переговоры уже с привлечением правительства Московской области с потенциальными инвесторами, которые готовы были бы в качестве обременения подхватить этот объект. На сегодняшний день компромиссное решение есть, соответствующий договор уже с одним из инвесторов
с вот этой подрядной с застройщиком данного микрорайона МФК «Видное» заключен. Есть уже понимание по срокам, по графику выполнения этих работ. Началось финансирование. На следующей неделе мы обязательно проведем встречу на уровне главы района с инициативной группой, определим время, вот, где уже подробно ответим, вот, скажем так, на все вопросы, которые будут у жильцов, дольщиков данного микрорайона возникать. Виталий Викторович, военный пенсионер. С августа месяца правительство Московской области лишило пенсионеров льготного проезда в Москве. Почему у нас автобус 9, 489 и 471 не перевозят льготных пенсионеров? Если уж лишили всего в столице, почему не компенсировать в области, а конкретно в районе? Да, с 1 августа 2015 года были отменены льготы для проездов льготных категорий граждан по городу Москве. Мы об этом с вами знаем. Достаточно серьезное обсуждение всех этих вопросов проводилось в то время. В отношении пассажирских перевозок, которые осуществляются силами Мострансавто, и которые, скажем так, въезжают в Москву, на всех областных льготников все эти меры действуют. Это первый момент. По 471 маршруту есть социальный автобус, который, скажем так, на котором все льготы для данной категории граждан сохранены. В отношении 9-го, 9-й, это, по-моему, маршрут по городу Видное, здесь, если мне память не изменяет, направлено обращение Мострансавто на предмет его перевода на легатируемые, извините, оказание этих услуг с учетом льготных категорий граждан. Соответственно, по факту принятия этого решения будет уже понятна возможность дальнейшего, скажем так, реализации вот этого маршрута в части социальных перевозок. 489 маршрут, да, он действительно не имеет возможности, он не оказывает эту перевозку для, с учетом льгот. Вот. Но давайте этот вопрос с Мострансавто, с Сабинским АТП проработаем. Прям заканчивается буквально эфир. Еще много вопросов. Очередник с 89 года, 17 в очереди. Городскую очередь переводят в район. Меня интересует, как теперь будет выглядеть в очередь. Стоят, ждут жилья 26 лет люди. Ну вот вопросом очередности как конкретно они не входят в компетенцию мою, но давайте сделаем таким образом, мы этот вопрос переправим в администрацию района по направлению, и будет подготовлен мотивированный ответ заявителю вот по данному вопросу. Заканчиваем эфир, и эти вопросы не требуют ответа, они как предложение для дальнейшей работы. Киселева Нина, ПЛК у магазина для дома и спорта был переход около остановки, его перенесли очень далеко, и людям неудобно. Подумайте над тем, как бы сделать опять обратно удобный переход. Проработаем. И вот в 6-м микрорайоне огромные ямы на дорогах, говорят наши телезрители, несмотря на то, что там идет активное строительство, и там делают что-то, ямы уже в размер колеса. Услышали, проработаем, примем меры, чтобы все это предотвратить. Есть еще один вопрос, я вам сейчас прямо адресую, потому что он из разряда ЧП, это от Валентины Васильевны Юркиной. И не волнуйтесь, все вопросы я отдам Сергею Анатольевичу, вы на них получите ответы из нашей газеты «Видновские вести». Я благодарю за то, что провели с нами время в эфире и ответили на вопросы телезрителей. Спасибо. На этом прощаемся, до свидания. Всего доброго.